Все, папу любить. Все папу любить прибежали. Папу любить прибежали. Ай, папа баливался. Что видел ты, ты видел рай, богатство и сломанье. Стой, 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 драконы. Стой, да. Где три носа? Вот таких вот балованных носа. Идите сюда, все, сюда. Давайте все сюда бегом. Ну-ка, давай бегом. Первый прибежал. И убежал. Не, ну давайте, давайте, ну давай. Ну вы же, мы же балуемся. Ну балуемся же совсем чуть-чуть. Вы только что так игрались. Ну, как всегда, вот камеру берешь, блин, и все, и крысы какая-нибудь кончаются. Давай баловаться, ну давай, давай. Давай, давай, ты моя лохматая, красивая зонышко мое. Что ты там сотворил? Что ты меня лежишь? Зачем ты меня? Ты меня зачем лежать? Ты на папу залез. Слезь, слезь. Мама, мама. Мама, спасите меня от крысов. Опять лизать. Опять папу лизать. Да, папу все любят. Любят папу, папу любят крысы. Крысы, папулю, не ешь мое ухо, оно несъедобное. Никаких напапов. Никаких напапов сегодня не будет. Так. Че я хотел показать, собственно? Я, Я, ой, мама мия. Крыса застыла, у крысы встыла застыла. Опять лизать, папу. Че такое? Сам насал, сам полизал. Ну, ты вообще как? Че там такое? Че, папу любить? Все папу любить прибежали. Папу любить прибежали. Ай, папа баливался. Папа с крысами играет, да. Папа с крысами играет. Крысу папу сразу любят. Когда они играют, нет, они меня всегда любят. Вот это трио раздолбаев, как их называют, это, ну, наверное, вот это самые любящие меня крысы. Скорее всего, я вру, да. Ну, точнее, мне так кажется. Да, мне так кажется. Ну, эти баловалки. Эти лохматые баловалки. Еще кусалки-баловалки. Да, кусать папу. Да, нападать на папу. Нет, не хотим. Ну, в общем, собственно, да. Я, как всегда, чищу клетку. И я же не могу просто так ее чистить. Я же должен пообщаться со своими крысами. С ними же общаться надо. Они же по-другому не умеют. Да? Им же надо общение. Им нужно очень много общения с крысам. Очень много. 70% моей жизни заключается в общении с крысами. Если не больше. Да, и надо больше, кстати. Я сегодня много говорю, да. Я знаю. Действительно, блин, если не больше. А по-другому, иначе вы не крысовод, ребятки. Чё ты меня лизать опять? Опять меня лизать. Вот, да, собственно, ай, меня ухо едят. Ай, меня ухо едят. Да что ты мне все время за ухо жрешь? А еще они утащили у сына танк. Можно я танк заберу? Сын рубится в этот самый World of Tank. Смотрите, какой танк у него есть. Да, и теперь он их... Вот так вот. Если хотите, чтобы крысы нормально спали, ближе к вечеру, разыгрывайте их, чтобы они набаловались, устали, а потом легли спать. Собственно, вот такое видео. Все.